Поначалу кажется, что портрет писателя нарисован простым карандашом или тушью, но если приглядеться, можно увидеть мельчайшие стежки. Изображение филигранно вышито шелком. Все произведения выставки посвящены одному из самых загадочных романов русской литературы «Мастер и Маргарита». На картинах знаменитый кот, бегемот, трамвай, под который попал Берлиоз, и другие герои произведения. Любовь «Мастера и Маргариты» воплощена не только в красках, но и в керамике, и даже в картинах на ткани. То, что здесь изображено, это повторение тех тем, которые представлены на наших эскизах. Все это выдержки из произведения Михаила Булгакова. А вся одежда выполнена в технике батик, то есть это роспись по шелку. Уникальная, каждая в одном экземпляре. Все работы выполнили мастера Владимирской области под одной крышей. Их решила собрать архитектор Наталья Богатырева. Она же придумала тему экспозиции и назвала ее «Красный угол». Увидев, в каком состоянии находятся наши мастерские, наши художники, у нее родилась идея создать свой проект, который бы объединил всех мастеров Владимирской области и поднял бы наше искусство на должный уровень.